Всем привет, ребятки, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Zombie Road Trip. Господи, у нас такая вот машинка есть, голова такая, да? И мы на этой голове Т-рекса, да, это у нас, получается, динозавр такой, Т-рекс. И мы, ребятушки, поставила, кстати, пистолет, и вот с помощью пистолета мы будем стрелять. Не знаю, получится, не получится, но попробуем. Так, и нам нужно здесь сделать фронт-флип и бэк-флип. Я не помню, какое количество, но сейчас будем делать... А, нет, взорвались. Ладно, давай делаем. А, бэк-флип тоже не получился. У нас недостаточная скорость. Скорость у нас маленькая. Есть. Вторая база наша. И мы на второй базе, ребята, будем делать всякие... Вот эти вот... Опа! Так, плохо сделали. Ладно. Так, лотерейный билетик есть. Будем делать сейчас бэкфлипы. Опа, идеальное приземление. Так, еще раз бэкфлип один сделаем. Тоже идеальное было приземление. И нам нужно сделать, кажется, 30 бэкфлипов. Ой, взорвался. И ничего страшного. Делаем по-другому. Фронтфлипы мне больше нравятся. Оп, так, ладно. Плохо приземлились. О, сейчас уже получше. Опа, аккуратненько. Есть, перфект. Идеальное приземление. Так, третья база, и у нас, ребята, здесь будет больше денег давать. Ладно, сейчас еще сделаем фронтфлипы. А, давай сначала с фронтфлипами разберемся. Потом будем делать бэкфлипы. Бэк. О, блин, я эту лотереечку-то не заработал. Ладно. Оп. Сколько там? Ну, у нас, получается, покажется сообщение, выйдет, что мы сделали фронтфлипы. Но еще, кроме фронтфлипов, надо еще бэкфлипы делать. Оп. Есть, супер ускорение. Давайте пока попробуем здесь. Еще сделаем парочку. О, хорошо. Хорошо. Что-то ты сделал. Получилось. Раз, два. Так, пока два. Три. А-а-а, не получилось, да. 30 фронтфлипов я сделал, тебе надо бэкфлипы делать. Делаем бэкфлипы. Типа назад. И тоже мы получим денежку. Давайте сколько сделаем. Опа! Получилось, получилось, есть. Только ускорение мне не дали, потому что приземление было не очень хорошее. Так, лотереечка есть. Так, фронтфлип я сделал. Надо бэк делать, бэкфлипы. О, отлично, перфект, перфект. Так, сейчас сделаем тоже тут. Одну хотя бы. Да, хотя бы одну. Ну, сейчас мы наделаем. О, все, пошло ускорение, наконец-то. Я отвяжусь от этих, от орды. У нас, ребята, орда, естественно, зомбарей, которая за нами все время хочет нас уничтожить. Так, сделаем. Опа, бэт. Плохо сделали. Еще раз. О, идеально, идеально. Все, унесемся. С бешеной скоростью. Так, сделаем кувырок. Одного хватит. И еще раз. Да, сейчас получше. Да ё-моё, не переворачивайся, вонючка. У меня нос зачесался. У меня реально зачесался нос. Поэтому я ничего не сделал. Так, надо еще 4 бэкфлипа сделать. Да? Чтобы получить 30. Угу. Так, 3 визита, сингл гейм. Что это значит, сингл гейм, не понял. Шут 80 зомби, сингл гейм. 30... 80 зомбоков надо убить, короче. А у нас, ребята, 3 билета. Сейчас посмотрим, что выпадет. 50, хорошо. Толкишок-то ладно. Еще раз идем. Спиннинг этот. Так, 500-ка, да ну, спасибо. За 500-ку спасибо. Офигеть. 500-очка, давай еще 500-ка. Да ну, два раза по 500. Офигеть, у нас очень много машинок здесь. Так, 5700 у нас всего. Сейчас посмотрим, что мы можем открыть на 5700. 5700. Можем гольф-карт открыть. А можем вот такой вот открыть. Можно даже стегозавра открыть. Но пока еще денег не хватает на стегозавра. Либо футури-баги. Давайте футури-баги тогда откроем, почему бы нет. Либо на стегозавра деньги подкопим. Давай это вот это. Пока баги возьмем.
О, какой у нас автомобиль. Все, поехали. Поехали в этом багги. О, прикольно, она, смотри, даже. Смотри, она даже не касается земли, получается, или как? Офигеть. Интересно, интересно. Вот это у нас супер. Супер, супер, супер. Какой офигенский у нас корабль. Против, ну даже это инопланетянский такой. О, а что за там оружие стоит? Нет, это пистолет стоит. Пистолет у нас, ребятушки, и стоит, как и стоял раньше. Ой, взорвались, взорвались. Ладно. Опа, все, давай, давай. Есть, ёшки-пашки. Споймали нас, ну ничего страшного. Сейчас мы отыграемся. О, давай, платежочек. Ой, спасибо. Поехали дальше на новой машинке. Надо будет ее понять, как вообще, как на ней. Тут каждая машинка что-то какое-то новое, какая-то новая функция у нее. Так, нам нужно бэк сделать. 4 штуки сказали. Сейчас посмотрим. Опа, лотерейный билетик. Так, ладно. Так, а сколько там бэкфлипов? 4, кажется, было. Ну, я уже больше, чем 4 сделал. Надо посмотреть, пересмотреть еще задание мне. Пересмотреть задание. Ну, вроде бы. Так, о-хо-хо-хо, как несемся, как несемся. Так, давай, лотерейный билетик мне. Есть! Лотерейный билетик мы сбили. Как вам такая машинка, ребята, нравится? Вроде бы неплохая. Колес не видно. Колеса вот такие странные. Ну, это же такая, как бы, современная машина будущего. Да ёшки-пашки, смотри, опять эти прибежали. Чуваки. Вот, супер ускорение у меня. Так, убиваем, убиваем всех. Так, я бэкфлипов. Сколько сделал? 3? 3 бэкфлипа? Хорошо. Ну, видимо, задание у нас другое задание, кстати, там. Не бэкфлип, это точно. Что-то там другое. Не помню уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай небольшое ускорение сделаем. О! Так, опять зомбари, зомбари, зомбари мешают. Давай, да ускорься уже по-нормальному. Ёлки-палки, сожрали, сожрали меня. Давайте попробуем билетики выиграть что-нибудь. 500-очку, давай, пожалуйста. О, да, 500-ка, хорошо. Очень даже хорошо. Так, 10-ка. Ну, 10-ка, ладно. Надо еще 500-очку выиграть. Да, полтишочек. Спасибо за полтишочек. И у нас почти что 1000 монет. Поехали дальше на такой машинке. Поедем. Теперь почему-то, когда я ее купил, я хочу динозавра в себе. Реально, я куплю обязательно того динозавра. Опа. Надо будет задания почитать все-таки. Какие там у нас задания стоят. Опля. Так, description. Что это значит description? Так, perfect, perfect. И еще раз сделаем. Ой, хорошо. Супер ускорение получили. Так, будем зомбаков этих убивать. Так, лотерейный билетик, пожалуйста. Есть. Есть лотерейный билетик у нас. Не знаю, сколько у меня. Один или два, но один точно есть. Так, сейчас сделаем еще раз. Кувырочек. Поехали. Зомбарей будем мочить. Нам нужно всех зомбарей убить, чтобы открыть новую машинку. О, едем, едем. Так, давай ускорение. А, сейчас сделаем. Опа, 4 фронтфлипа сделали. Вот, они сильно и много, конечно. О, лотерейный билетик есть. Хорошо, еще раз сейчас сделаем парочку. О, нормально, нормально. Можно было и 3 сделать, но ничего страшного. Все, ускорение у нас работает. 88 монет мы заработали. Ой, уже 97 монеток. Отлично. Несемся прям на нашем
на нашем автомобильчике. Ой, хорошо, хорошо, смотри как. Сейчас еще раз ускорение сделаем. Ах, отлично. О, теперь полетели, полетели, всех мочить. Вот такой вот у нас супер автомобиль. Мне нравится, как бы прикольненький. Там еще куча автомобилей, по правде, столько машинок. Так, ну мы обязательно их, ребятушки, с вами откроем. О, 178. Видишь, чем больше мы, ребята, проезжаем, тем больше мы можем заработать денег. Потому что нам дают больше денег за убийство зомбарей. О, летим, летим, летим. И надо флипы, постоянно делать флипы, чтобы ускорение у нас было. Больше ускорений. Дальше проедем. Оп. Так, сколько у нас там уже? 280 монет. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Так, орда это бежит вонючая. Ай, как она меня достала уже. Давайте больше флипов сделаем. Опа, все, супер ускорение. Летим, летим, улетаем от этих зомбарей. 360 монет. Ах ты гад, смотри, как он мне помешал, а. Давай, давай, давай. О, нет, 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 сейчас перевернемся нафиг, взорвались. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И эта орда прям очень жаждет. Так, все, что-то мы открыли. Так, сделать 30 бэкфлипов за одну игру. Так, хорошо, нифига, они дофига ли, а? Убить 70 зомби в одной игре. Офигеть, ладно. Так, давайте, у нас 4 билета. Сейчас попробуем откроем что-нибудь. Так, 250, спасибо. Дальше. Еще что-нибудь откроем. Так, соточку. Ой, соточку, спасибо за соточку. За соточку большое вам спасибо. Десятка. Нет, десятку мне не надо. Давайте мне 500-ку. Я хочу 500-ку выиграть. Давай, 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 давай. Пожалуйста, не 500-ка. Нет, 25. Ну, рядом стояли с 500-очкой. Ну что ж, такая вот игрушка. Если нравится, поставь лайк. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Будем заканчивать серию. Всем пока-пока.